Это мои руки. Руки Макаронин. Ладно. Будем надеяться, что я пойму все, что здесь происходит. Судя по тому, что здесь пазлы, я в каком-то аду. Потому что здесь головоломки будут. Все, можно начинать. Это твой первый день на работе, пузл. Не нужно беспокоиться. О! Мой первый рабочий день. Я приехал на такси. Сразу видно мое. Меня зовут Пузл, у меня 4 пальца. У таксиста вообще рук нет, в отличие от меня. Добро пожаловать в Пазл. Ты должна быть новый работник. Да, комната тренировки находится там. Мне не нужна комната тренировки. Понял. Добро пожаловать в твой первый день, Пазл. Я так общаюсь, да, типа. Поднимите вашу руку, если вы хотите быть волонтером. Кто? Ты с кем вообще? А, да, я мечтаю работать в вашей компании. Компания принадлежит Робину. Да мне плевать, следующий. У каждого есть проблемы, и мы, короче, их решаем. Ты можешь заплатить, кто-то решит твои проблемы. Понял. И, короче, ты теперь работаешь тут на нас. Сегодня нет проблем. Конечно, нет проблем, когда продакт. Это моя презентация. Типа, как тебе? Ну, блин. Говно. Я передумал работать его. Поздравляю, ты официально принят. Отстой. Счастлив. О, идти работать уже предлагают. Проверочка 1, 2, ты меня слышишь? Наконец-то я могу отвечать нет. Так, а теперь? Мы с тобой не сработаемся. Добро пожаловать. Здесь посетители приходят за нашей помощью. А, я типа встречаюсь здесь, в нашем фикс-центре. Я понял, я готов к работе. Ё-моё, что такое? Я хочу что-то важное. Понял, а что ты хочешь? Слышь, я тоже хочу что-то важное. Помогите мне выбрать пазлы. Полный отстой. Ненавижу холод. Иди отсюда, зажал батончик. Опа. Найс, найс, найс. Выглядит, будто ты кого-то выгнал. Да. У меня сумка на поясе. Она тянется. Вы посмотрите на эту сумку. Если нужна моя помощь, позвони мне по телефону. Следующий посетитель придет прямо сейчас. Наконец-то, скорее всех сюда. Что надо? Я справляюсь. Я, блин, купил игрушку, но не вижу ничего в ней интересного. Теперь видно? Да они даже не прозрачные, как ты пришла. Как говорится, глаза разуй и пиз... Иди, в общем, давай. Это, кстати, комфорт плюс. Эй, друг, можешь помочь мне найти Флаффи? Что такое Флаффи? Что такое Флаффи? Что такое Флаффи? Слышишь? Я не справляюсь. Это Флаффи? Это не Флаффи. Что? Ну-ка, чё там у тебя? Что это? Смотри! Какой Флаффи? Оп-оп. Плохой Флаффи. Спрятался от своего хозяина. Какой пушистый, хороший Флаффи! На. Это не Флаффи? И что мне с ним делать? Стой, забирай его! Эй, ты нашел красного Гэри. Эта какашка выглядит испуганной. Да нет, выглядит довольно-таки... счастливый. Просто положи Хэри сюда. Нет! Это мой Хэри. Я могу вам скинуть беспонтовую шоколад. Продолжаем. Я избавился от Хэри. Тихо там! Его нет, он в утильнице. Вот этот дебил подтвердит. Можно мне другого напарника? Это просто какой-то... Извини, тут не грусти только. Ты счастлива? Мы утилизируем мелких милых блошек. Я не могу избавиться от этой штуки. Сам, я сам. Я сам разберусь. Ну как? А? Не, не так. Это, да. Помоги мне найти потерянные кусочки. Мне тоже нужна помощь в этом нелегком деле. Передо мной стоит настоящий дебил. В целом, что скажете? Не жалуетесь ни на что? Конечно, специалист тебе сейчас... Специалист... Какого... Он серьезно? Тебе нужна помощь или нет? Нужна помощь. И да, и нет. Дай сюда, кусок. Мне нужна помощь. Почему все ко мне подходят? Вон тот стоит, на чё постоянно без дела. Поздравляю тебя, Пазлбан, ты лучший в нашем деле. Ты, короче, повышен. О, я должен найти какой-то артефакт для нее. Так, мне сказали дуть в лифт. Ага, первый этаж. Картина бомба. Здорово, пузырь, я здесь пришел артефакт искать. Что? Ты так типа намекаешь? Да я вижу без тебя! О май гад!
Я нашел билетик, да, здравствуйте. Отлично. Могу проходить? Все, давай. Так, и что? Здесь у нас еще один билетик. Не курить, не трогать. Да-да-да-да. Как же. Это типа музей, я понял. В древности было очень тяжело жить. Динозавры погибли из-за того, что огромный вулкан начал извергать макароны, и фрикадельки упали с небес. И вот и помер дед Максим. Фиг с тобой, что ты скажешь? Ой. У кого-то нет ножек. Ладно, я на другой этаж. Прям отдельный этаж для этого? Интересно. Интересно. Ой! Так, засранцы. Твою естественную среду обитания ты вернуться не хочешь, да? Третий этаж. Опа! Вот это я понимаю! Тыпочка сидит одинокая. Что ты петушишься? Дай пройти. Извиняюсь. KFC любишь? Опа! Не все в очках, кроме этой цыпы. Короче, надо ходить по этажам, решать головоломки с помощью предметов, которые собираю на всех этажах. Вот так вот, да? А я пронесу ее. Понял вас, ладно. Люди прошлого, дивитесь огню. Yes! То есть, если бы в древности у людей были бы спички, динозавры бы не вымерли? Довольный, наелся и спит. Что-то здесь не так с этой комнатой. Она поворачивается. Видите следы? Это не просто так. Ее нужно осмотреть. Такс! Цифра 2 перевернулась вверх ногами теперь. Ох, жесть. А как какать? Меня сейчас тошнит просто. Очки? Откуда здесь очки взялись? Боковое окно стало переходом на верхний этаж. И те очки выпали. Видишь, что есть? Так что извини, Наггетс, но я прохожу. Ля, если ваша туса не похожа на эту, даже не приглашайте. Дай полапать волосы. Это куда? Вкусно, пригодится. А это что за кнопка? Как дела? Привет. Меня зовут Валера. Я понял. Ну их нафиг, они какие-то негативные парни. Слышь, подмени пока. А, ты уже невменяемый, я понял. Этому господину зерна больше не насыпать. Что мне делать с дымовой завесой? Она же тоже металлическая, она не пропустит меня. Ну, примерно это я и ожидал. А что если... Тан-тан-та-да-тан-тан-та-да-тан... Тиририн, тан-да-да... Я чист. Загляни даже в трусы. Оба! Ничего у меня нет. Yes. Понюхай. Пахнет твоей неудачей. Оп! Понюхайте все. Вот она как устроена. Просто спецагент. Спер баллон, пронес, украл косточку. Все, ты мне больше не нужен. А, это же газ. Давай, Дина. Показывай, что умеешь. Благодарю. Ты близко не подходи, ты слышишь, я тебя сейчас... Вот так вот. Хорошие ребята, жалко, что вы подохли. Нет, ты с прошлый билет съел. На. Самая обычная билетерша в кинотеатре. Просто жрет ваши билеты при вас. О. Кстати, сразу же, сначала пойду туда. Что же хранится у нас под раковиной? На секретном золотом замке? Вау, это же кусок трубы, блин. Как же я обожаю трубы.
как бы не убить его. Что там билетер открыл еще? Гробница, то тут хамона. То тут, то там хамон. Да почему не трогать? Это вы за мной следите? Здорово. Я так понимаю, его тоже нельзя мне трогать, да? А что мне здесь можно делать? В ту комнату только в шляпе в такой можно, я понял. Неужели так просто? Шапку не дашь, да? Жопу можно? А если так? Ах, какой резкий, а! Crazy Frog. Дрин-дин-дин-дин-брин-брин. И с трубой меня не пускает. Саксофон. Смотри, делает вид, что не замечает меня, да-да. Ладно, пошли на третий, посмотрим, что можно еще подумать. Это что? И куда это направляется теперь? Давайте я напорчик побольше сделаю. Чё такой недовольный? Прям с бара тебе льётся пиво. Что? За такое обычно спасибо говорят, кстати. Вырубайся, мне нужна твоя шапка. Абсолютно без понятия, как согнать его. А я смотрю, ты оценил, да? Да ладно тебе, все любят пиво. Это 100% тут. Все, ты уволен. За распитие на рабочем месте. До свидания. Теперь я в костюме Crazy Frog'а могу зайти в комнату управления, вырубить камеры. О, yes. И трогать то, что запрещено. А, да это просто. Рыбья к рыбе, ноги орла. Голова птицы. Вот так. Во! И что, мне-то пластинку дали, друг? Понял. Египетские треки сейчас будут играть у курочек там на дискотеке. Я, конечно, понимаю, что обычно со своим нельзя в такие заведения, но... Все, внимание! Зацените вот это. Так, надо сваливать, пока они колбасятся под умиротворяющие треки египетских богов. А ты, диско-фараон, послушай вот это. Хорош, хорош! Двигай салом, ты залежался в своей доисторической кровати. А, ты хочешь, чтобы у нас был батл? А давай! Ручки вверх, давай! Ой, это мое любимое движение, второй день в качалке называется. Так-так, называется «Бахнул пельменей», тоже отличный танец. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай. Сейчас охранник придет, немножко не поймет, что здесь происходит. И на одной ноге, давай, да еще. Слышь, мне кажется, ты уже не вывозишь. Теперь я? Египетский бог, да? Да.